Сегодня мы поговорим о детском прикорме. Известно, что каждая мама с 6 месяцев должна решить, чем она будет прикармливать своего малыша. Ни для кого не секрет, что с каждым днем наименование товаров как западного, так и отечественного производителя увеличивается. Как же маме сделать правильный выбор? Где-то в глубине души мы привыкли к тому, что питание от известного западного производителя и дорогой стоимости значит это то, что нам нужно. Ведь для своего малыша каждая мама хочет только самого лучшего. Сейчас мы попытаемся сравнить отечественных и западных производителей и решить, чем же сегодня лучше прикармливать наших малышей. Возьмем одну из самых полезных – рисовую – и сравним ее по вкусовым качествам. Проведем дегустацию рисовой каши различных марок. Это самая вкусная каша. А вам? Мне понравилась больше всего эта каша. Она не очень сладкая и натуральная рисовая каша. Все каши хороши, но украинские мамы выбрали отечественную продукцию торговой марки «Карапуз». Последнее, что нас всегда смущало в отечественном производителе – это условия приготовления. Ну что, заглянем на завод? Приятно удивило и то, что отечественное производство детского питания «Карапуз» использует только натуральное сырье, которое выращивают на своих полях, чем может похвастаться далеко не каждая торговая марка. Цвет детского питания получается естественным образом, благодаря определенному сорту ягод и фруктов, приготовленных на современном оборудовании. А что будет не только вкусно, но и полезно, сравним каши по составу. Мамы, будущие мамы. Часто бываю в магазинах, я наблюдаю практически одну и ту же картину. Что выбор детского питания основывается на двух позициях. Либо это выбор известного иностранного производителя, либо это хаотичный выбор многих торговых марок. Сейчас вам хочу представить торговую марку «Карапуз» отечественного производства, которая очень выгодно отличается от производителей иностранного производства. Во-первых, детское питание «Карапуз» не производится из концентратов. Во-вторых, в производстве детского питания «Карапуз» не используются загустители. И в-третьих, и самое главное, это и самое важное, что детское питание «Карапуз» использует фрукты и ягоды, которые произрастают на территории Украины. Вы должны определиться, какое питание вы хотите дать ребенку. Дать питание лечебное или дать питание натуральное. Лечебное питание, конечно же, надо обращаться за рекомендациями к врачу-педиатру. По натуральному питанию очень важно, чтобы вы поняли, что сама природа придумала уже весь набор витаминов, набор минералов, набор углеводов и набор жиров уже в самих натуральных продуктах. Эти натуральные продукты многие производители подают, разделив на какие-то составляющие, а потом еще обогащают витаминами. Мы же подаем просто натуральный продукт, как его придумала природа. Также приятно порадовал контроль приготовления продукции. Каждый час будущие каши проверяются на влажность, перемалываются, пропариваются паром. И все это для того, чтобы малыш получил все необходимые витамины. Я рекомендую обратить внимание на торговую марку «Карапуз». Отечественный производитель отличается от иностранных производителей тремя основными позициями. Первая позиция в том, что в данном продукте не используются загустители, и мы работаем только с натурального сырья. Вторая позиция, что данные продукты, данные фрукты и ягоды произрастают на территории Украины. И третье, и самое главное, что наши нормы и ГОСТы значительно жестче, чем нормы и ГОСТы, которые производятся в Европе. Результаты теста показали, что каша «Карапуз» усваивается лучше других. Но не стоит забывать спросить совета у специалиста. Самое идеальное питание для малыша с рождения – это, конечно, грудное материнское молоко. Однако приходит время, это в возрасте 6 месяцев, когда нужно начинать давать прикорм для своего малыша.
И каждая мама старается дать самое лучшее, все, что она может дать своему ребенку. В настоящее время появилось очень много продукции, как отечественного, так и зарубежного производства, которая представляет эту продукцию в виде соков, каш, какого-то детского питания, различного вида это питание. И у мамы разбегаются глаза, она не знает, на что ей обратить внимание. Но почему-то всегда дается предпочтение продукции зарубежного производства. Хотя современное производство отечественных производителей ничем не отличается совершенно по производству этой продукции. Сегодня я хочу рассказать о торговой марке «Карапуз», которая для своего производства использует самые современные технологии, которая для производства своих продуктов использует собственные поля, на которых растут те овощи и фрукты, которые потом поступают в эти продукты детского питания. Они не содержат консервантов, они не содержат пищевых добавок, они содержат только натуральные продукты. И я хочу сказать, что продукция этой торговой марки ничем не отличается от продуктов зарубежного производства, которые на мировом рынке считаются лучшими. Сохранить пищевую ценность продуктов помогают такие технологии, как полиоливеловая упаковка, с помощью которой влажность и пищевая ценность продуктов остается в норме на длительный срок. Также технология Twist-Off, герметичная упаковка которой не только продлевает срок хранения, но и сберегает все вкусовые качества продукта, которые так необходимы растущему организму. Twist-Off помог отказаться от длительной и многократной варки пюре и соков, а значит, ваш малыш получит полный комплекс витаминов. Сегодня «Карапуз» – единственная торговая марка, кому это удалось. Еще есть одна хорошая новость от нашей компании. В этом году мы запустили новый цех по производству детских быстрорастворимых каш, который разработан нами вместе с голландской компанией, спроектирован и установлен на нашем Херсонском заводе. У этих каш тоже есть одно очень важное преимущество. Злаки, которые находятся в данных кашах, выращены на территории Украины. Растите вкусно с нашей продукцией. Прежде чем выбрать какой-то продукт прикорма, все детки индивидуальны, как и их родители. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к врачу, посоветуйтесь с врачом. Врач обязательно назначит вам и посоветует все то, что необходимо вашему ребенку. Технология производства дает возможность быть уверенным в качестве отечественного производителя, который выходит на высокий уровень, не уступает зарубежным товарам. Однако не стоит забывать, что при выборе правильного питания для своего малыша всегда необходимо воспользоваться советом специалиста.